празднуем открытие бренд-зоны Калашников. Я думаю, тоже мы должны поаплодировать этому громче. Как можно громче. Ну и сегодня знаменательный день, потому что 10 ноября исполнилось 100 лет с дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Поэтому тоже громкие аплодисменты. Это действительно выдающийся человек. Коллеги, добрый день. Меня зовут Савин Юрий. Я по продажам на экспорт продукции концерна «Калашников». Нас руководитель, генеральный директор «Алпамыса» Владимир Анатольевич Абросимов пригласил для открытия нашей фирменной бренд-зоны в Казахстане, в городе Алматы. Мы очень рады, что такая зона наконец-то здесь открыта. Наше оружие продавалось здесь и раньше, но теперь это будет в более достойных и улучшенных условиях. Вот. Я хочу пожелать, чтобы наше оружие стрелковое здесь пользовалось повышенным спросом, его брали, любили традиционно, да, и развивали. Хочу поздравить и Владимира Анатольевича, и супругу Елену, и всех сотрудников «Алпамыс» с этим знаменательным событием. Желаю, чтобы вы еще много-много лет работали на этом рынке, радовали концерн «Калашников», радовали граждан Казахстана, ну и весь, продвигали, значит, весь оружейный бизнес у себя здесь в стране. Поздравляю всех! Дорогие друзья, очень рада присутствовать здесь сегодня. Для нас это большая честь, большая радость. Особенно хочу отметить, что мы открываем вторую бренд-зону КК «Калашников» и делаем это действительно практически в день столетия Михаила Тимофеевича. Уверена, он бы оценил. Спасибо большое компании «Алпамыс». Это наш давний, очень надежный и верный партнер. Мы благодарим вас за то, что вы с отдельным интересом и на самом деле очень много внимания уделяете продукции группы компании «Калашников». Это и «Калашников», и «Байкал». Я уверена, что дальше мы добьемся еще очень многого и есть к чему стремиться. Успехов нам всем в этом деле. Спасибо. Огромное спасибо всем собравшимся, то, что поддержали нас в этот для нас знаменательный день. Мы более 20, а точнее почти 30 лет представляем российское оружие и в первую очередь концерна «Калашников». Раньше это было, конечно, несколько заводов, сейчас это все в едином комплексе, концерн «Калашников». Спасибо, что нам доверяют, спасибо вам. Ну и спасибо вам, что вы у нас покупаете, значит, нам доверяете. В общем, всего хорошего и дальнейших успехов в покупках и в производстве. Уважаемые дамы и господа, мы находимся в ТОО «Алпамыс». Сегодня у нас здесь презентация бренд-зоны «Калашникова». Это знаменательное событие, и рядом со мной стоит генеральный директор ТОО «Алпамыс». Это Амвросев Владимир Анатольевич. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, Владимир Анатольевич, сегодня такое действительно интересное событие, открытие бренд-зоны «Калашников». Что вы можете по этому поводу сказать? Что об этом думаете? Ну, я считаю, что это еще одно наше личное достижение как фирмы. Ну и достижение всей нашей страны, Казахстана, в том, что, в чем оно заключается? В том, что на нашу родину пришла хорошая, большая фирма из России, которая производит прекрасное оружие, стрелковое для нашего охотника и любых других, так сказать, охранных структур. То есть мы сейчас будем торговать непосредственно оружием производителя по заводским ценам. Вот так. Мы и раньше, в общем, торговались мы оружием давно, но сейчас эта связь как бы укрепляется и становится более
твердой. И такое заключительное пожелание, что бы вы пожелали всем вот клиентам, которые пришли сегодня к вам на открытие бренд-зоны Калашников, которые уже пользуются вашей продукцией, что вы им пожелаете? Я, во-первых, им пожелаю здоровья, чтобы у них не угасало желание охотиться, заниматься спортом, потому что человек с оружием – это совсем не страшный человек, если он хороший человек. Если он плохой человек, то тогда я ему тут не помощник. Поэтому желаю всем здоровья крепкого и хорошего настроения. Спасибо. Рядом со мной уважаемый человек, генеральный директор ТОО «Алпамыс», это Авросин Владимир Анатольевич. Спасибо вам за это интервью. Ну и что, уважаемые клиенты, приходите в ТОО «Алпамыс», потому что здесь очень большой выбор. Вам обязательно здесь понравится. Ждем вас с нетерпением.